Приветствую подписчиков и зрителей моего канала. Одесса, 28 октября. Сообщают о том, что в настоящее время график стабилизационных отключений в Одессе и области не применяется. График будет применен только в том случае, если в Укрэнерго возникнет необходимость сбалансировать энергосистему. Касательно отсутствия электроэнергии в части Приморского Малиновского района города, это связано с ремонтными работами. Вернуть электроэнергию планируют к 19:00. В то же время одесские электросети рекомендуют всем максимально снизить потребление электроэнергии с 6:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00. Это поможет предотвратить отключение электроэнергии. Поэтому просьба ко всем, кто проживает в Одессе и в Одесской области, серьезно отнестись к тому, чтобы экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы, если мы не хотим, как в Киеве и в других областях нашей страны, по несколько часов сидеть просто без света. До встречи в новых видео, друзья. Будьте людьми. Пока.